Вот молодец. Вот молодец. Какая прелесть. Все, есть. Сама-сама. И пошла. Она его, конечно, вот это мне не нравится, виноград вот этот вот рвет ему, дает. Виноград, да? Да. Ну, не кушает его. Ну, угощает. Да. Сливы, яблоки, ему все дает. Пошла мопса выживать. Выжимай его оттуда. Не, мопс не это вот. Он не такой простой. Кто это, Саша? Простой. Боря. Боря. Это Миша. Боря, Миша. Миша, да. Один маленький. Все, а сейчас нет, сейчас она сядет. Миша бедный. Хотела там посидеть. Хочешь, я тебя отпустил, ты же упадешь. Ну правильно, растет с собаками, отлично. Иммунитет будет крепче, да. Да, кстати, доказано, что вот дети, которые живут с животными, собаки и кошки, у них более сильный иммунитет, даже против коронавируса. Может, я говорю. Потому что считается, что если собака, ну они как бы болеют периодически коронавирусом собачьим, людям не передается. Но если человек находится рядом с такой собакой, которая болеет коронавирусом, у них как понос идет, то человек уже защищен. Понял. Поэтому они же проводили исследования. Владельцы собак и кошек, они намного реже болеют этими всеми болячками. Если болеют, то гораздо в такой легкой форме. Это доказано. Вот люди проводили исследования. Я читал тоже, как причем. Саша, конечно, удивительная. Она быстренько растолкала, села на него садится, Саша. Что? Села рядышком. Это Миша. Мишка, где Миша? Нету Миши. Миши нету, там Саша уже сидит. Миша такой недовольный. Нет, Саша решила не того. Не садится. Мишка за ней бегает. Бегает, да? Больше с Аргушей. Хороший. Аргуша хороший. Обними. Обними Аргушу. Мягенький. Боже. Погладь. Какая прелесть. Обними ее. Обними Аргушу. Обними. Ой, Аргун какой добрый. Обними Аргушу. Погладь. Какая прелесть. Обними ее. Обними Аргушу. Бусь. Ой. Обними Аргушу. Обними. Обними. Молодец. Вот что значит немецкая овчарка. Аргун тоже есть. Да, Аргун Аргун просто вот хорош, замер. Хороший Аргун. Да, молодец, молодец. Ай, молодец. Аргун такой довольный. И Саша такая довольная. Все довольны. И мопсы тут довольны бегают. Шикарно. Жарковато, конечно. Сегодня жарковато, но было жарче, еще не менее. Но он в хорошей форме. Я вижу, что не сильно толстый. Есть? Есть немножко, но... Есть, да? Да. Ой, вкусненькое. Вкусненькое что-то. В чем? Что-то было вкусно. А эти фильтры? Аболос. Да, стриженные пепсы, это что-то. Ну, у Аргуна такая шерсть. Просто шелк. Стоять. Где? Очень красиво смотрится. Да, ты красивый. Красивый. Вот реально за все время он такой какой-то вот уже оформленный и совершенно вот другой. Шерсть, да, красивая. Шерсть красивая. Мне кажется, что он не толстый совсем. Мальчик. Пощелкай. Немножко-немножко толстоватый. Знаешь, жирненький. Все, да. Мама его закармливает. Дай ему вкусняшки. Ну, он хорошо смотрится. Реально хорошо.